В Демидовскую поликлинику поступили 1500 доз вакцины от клещевого энцефалита. По словам врачей, прежде такого количества препарата от кровососущих не завозили. С учетом ампул, оставшихся с прошлого года, в поликлинике могут бесплатно привить более 2000 тагильчан. На данный момент вакцинировалось 30 человек, осложнений ни у кого не было. Вакцина у нас российская, с Томской области. Бесплатно обезопасить себя от инфекции могут пациенты Демидовской поликлиники, а также работники предприятий и организаций, находящихся на обслуживаемой поликлиникой территории. Прививки от клеща это в первую очередь надо делать, потому что территория Свердловской области, а в частности город Нижний Тагил, являются эндемичными. Эндемичные – это значит опасные по заболеваемости клещевым энцефалитом. Ставить прививки от энцефалита врачи рекомендуют не только садоводам и дачникам. Клещи давно перебрались в город. В 2018 году были зарегистрированы случаи укусов в районе Выи, Краеведческого музея, парка у Горно-металлургического колледжа. Обезопасить себя от кровопийц необходимо всем тагильчанам. Бесплатная вакцина есть.